тұрдың тиген жерін көрсетіп болды. Қорғы басқан жерін көрдік. Тиген жер осы жерлер ғой, әлгі жұмыс жер ғой. Өйткені ауыл заттары шашылды ғой. Иә, иә. Колмен курсет. Удар был вот здесь, на этом месте. Потом отъехал автомобиль туда. Здесь и осколки разлетелись. Олар мына мына жерде развод жасаған ғой. 18 апреля на улице Адырбекова примерно в 15:30 зарегистрировано крупное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомашины Mazda и Toyota Highlander. Водителя Мазды незадолго до этого остановили полицейские за отсутствие документов, везли автомашину на штрафстоянку. Мазда данный под кишерго. Номер, где расстрел мы расстрелим? Мы расстрелим кишерим. Номер халам. Сидят счет или тупой номер, да, или буха. Кишерюшин алкилят резидер. Кишерго. А я баян данный. Вот машина. Евразия, бегетная, барып, кишеремец. Мы остановили автомашину за нарушение, везли ее на пункт рынка Евразия для проверки. Мы ехали в спецмашине, прямо потом свернули на крайнюю левую полосу, чтобы повернуть. Я посмотрел в зеркало и увидел, что на большой скорости сзади летит Toyota. Она стала уходить от удара в сторону, свернула и врезалась в Мазду, которая ехала сзади нас. Теперь водитель Toyota говорит, что я подрезал его машину. У нас есть в машине регистратор, который, возможно, снял момент удара, но пока посмотреть мы его не можем. В результате удара травму получил водитель Мазды. Пассажир автомашины, в аварии не пострадавший, представил свою версию происшедшего. Ну, в общем, мы ехали за представителями ДПС, и они ехали впереди нас, развернулись по первой полосе, да, мы ехали, и они, мы сзади. Они развернулись уже, мы стали разворачиваться, вот там по следам видно тормозили. Когда я повернулся, да, на повороте, я не за рулем был, я сидел на свидетельском, да, на переднем сиденье. Повернул голову, видел, как навстречу с огромной скоростью летит вот этот джип. Что это, Toyota Highlander, да, по-моему? И он, не знаю, короче, еще больше направил нашу сторону. И туда. Он сзади вас ехал, получается? Да, вот, встречку. Вот так были, да? Я увидел его летящим впереди нас. То есть мы разворачиваемся вот так, да? И голова, соответственно, да, идет вот перед поворотом, когда мы вот так, да? Вот так, когда поворачивали, уже вот сюда, да, едет, правильно? Вот, мы вот так. Со встречи хотел обогнать вас. По памяти, да, своей, потому что я тоже получил удар этот. Вот, мы ехали. Вот так получается, да? И когда мы стали поворачивать, вот голова, да, видит, да, сюда, да, смотрит. Он летел вот так, и еще вот это движение сделал. Вот такое движение. Хотел, и ударил нас. Сейчас все подробности аварии выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. Еще одно ДТП, зарегистрированное полицейскими, произошло между двумя автомашинами общественного транспорта. В результате гонки на дороге столкнулись автобус и маршрутка 60-го и 119-го маршрута. В результате аварии между водителями началась разборка. По словам пассажирки 60-го автобуса, газель зажала автобус. Прибывшие на место ДТП врачи скорой оказали помощь одной из пассажирок. От госпитализации женщина отказалась. Еще одно ДТП произошло в 4 часа дня в поселке Кайтпас-2. Здесь в аварии пострадали автомашины «Волга», «ГАЗ-3102» и «Хонда». Одна из автомашин, грубо нарушив правила, выехала на встречную полосу движения. Сейчас более точную причину дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники административной полиции.
Мен зырғыты оқушы елді тұсқа ол қойылсын.